ЗАО «Трансмаш Холдинг» представил свою последнюю разработку – электропоезд постоянного тока ЭП-2D, созданный специалистами Демиховского машиностроительного завода. Электропоезд создан как преемник электропоездов ЭД-4М500 серии. Разработка поезда начала в середине 2015 года. При его проектировании были учтены новые требования стран Таможенного союза, согласно которым все пассажирские поезда, производимые после августа 2016 года, должны быть оборудованы крэш-системой для безопасности пассажиров. В конструкцию поезда применены энергосберегающие комплекты оборудования, который позволяет экономить до 20% энергии. Новый электропоезд выполнен в гладком кузове и имеет новую современную кабину. Максимально он может перевозить одновременно 2866 пассажиров. Поезд может работать на линиях как с высокими, так и с низкими платформами. Почти все элементы конструкции производятся в России на 90%. В 2016 году эта цифра приблизится к 100. В настоящее время ЭП-2D готовится к проведению динамических испытаний на кольце Всероссийского института железнодорожного транспорта в городе Щербинке. Завершение процедуры сертификации ожидается весной 2016 года.